Всем привет, ребята мои! Как делишки? Не скучали по мне? Я скучал немного, но в общем сегодня я скачал Грэнни и решил в нее поиграть. И вот сегодня мы поиграем первый раз в Грэнни. Не до сих пор не знаю, что в ней. Решил скачать. Какая-то вроде хоррор игра. Дима про нее говорил, Кузин. Кстати, зайдите на каналчик нашего братишки и подпишитесь. Дима Кузин. Немного потише будет сделать. Я просто хочу догнать Диму Кузина, так что обязательно нажмите красную кнопку и нажмите колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. А я пошел. Вот все, я делаю. Дум как дум. Чуть-чуть немного понизим. Спасайся из этого дома. И так спасаюсь. Не надо подсказывать. Дверки я могу на ручку, на руку. Часть от шутгана. А, дробовика, типа, да? Что это за штука? Какая-то часть картины. Давайте проверим, где, куда ее ставить. Вот эта часть картины. Давайте по низу походим. А еще одна дверка. Она сдвигается. Что там такое интересно? Ага, на эту кнопку я могу приседать. Это настройки. Вот. Ага, понятно, это бросить. Боже, тут кровь. Что это? О, установил. Ладно, давайте искать что за вещи. Чего здесь это от шутгана, что ли? Да. Корм для птички. Там еще вроде один проход был, я видел. Тут вешалка. О, тут вешалка какая-то. А, это чтоб Грэнни отвлечь, соответственно. Часть обыкновенная. Что это? Я вообще знаю английский язык. Что это? Что это такое еще? Что это за такое? Что это за х? Какого черта? Давайте один проход. Еще один проход. Что это? Кнопка? Она что такое? Тедди. И аккумулятор. Что это? Нужен оружейный ключ. Типа, что там будет лежать. Интересно, какая книжка здесь. Слышишь, как всегда, да? Мягко здесь. Тайная комната в этой есть.
Подкидывай блини кормом. Ладно. Нахуй-то. Питомец Грэнни. А, он кусается. Тут мишка какая-то. Написано на свете. Что это означает? Ну-ка, давайте попробуем. А, то есть оно отвлекает, чтобы можно забрать предмет. Что это за фигня? Что это за фигня? Там еще что-то внизу. Это грязь. Еще один. Я там вижу какой-то лёд. А нет, тут лёд какой-то. Он похожий, да? Сюда, наверное, можно открыть, если на прежде норма или на харде играть. Простите, что как я просто заболел немного. Что это? Пульт? Это не от контру. Личка тут. Что за хрень? Так. Это вроде, наверное, на это от ёбушки коровушки. А, я помню, здесь было. Но когда тут ход двигает. Но не надо сразу так отписываться от меня, из новичок. Нужны плоскогубки. Похоже, что-то есть. Фу, да. Это можно уронить. Машина. Нужен ключ от машины. Не, ну я что-то подобное видел про жизнь. Какой-то лазовый ключ. Что-то открывать, типа арбалета, может, или что-то. Или дробовик, не знаю. Хотя дробовик, наверное, надо собрать, а вроде не знаю. Если что там будет. Угадали. Я. Это гарпун. То есть не гарпун, а арбалет. Наверное, в Грэнни можно стрелять. Засну. Там какая-то записка, сейчас посмотрю. Что, прям сразу надо сбивать? Давайте попробуем шут. Выстрелить. Фу. Ну и что? Отвертка. Грей ушла за хлебом. Дайте я начну с этой комнаты, обшарю. Уже тут что-то. Вот тут я тебе. Ух ты! Болтики. Что тут? Ключ от сейфа. Я видел сейф. В подвале. Да, вот сейф. Это то, что надо. Наверное, сюда. Да, это здесь. Вот, здесь одна. Ага, то есть... Вот, я потихоньку начинаю очищать. Я фигурю. А, гляньте. Тут тоже предмет валится. Нет, нифига себе стрельнула. Специальный ключ. Ты еще на третьем этаже не был. Давайте проверим, что там. Я просто не знаю.
Фурухо. Фурухо. Но у меня остановился, это все упало. Она умерла. Что как это место? Куда это она? Что за комната? Это ванна? Да, это ванна. Четыре ответа. Кстати, сюда нужен специальный ключ. Что тут у нас? Что это? Жесть, там паук! Какого черта он там делает? Не, лучше застрелить его. Вопрос как? Давайте соберем дробовик. Это диски. Схема диски. Простите, тут гугл. Почему не пошумело? Алло. Тут там еще какая-то тайная комната. Похоже. А, посмотрим. Какие-то патроны здесь. То есть типа надо три части шутгана найти. Там записка какая-то. Хм. А, ну тут равно непонятно, тут английский написано. Ну, вроде в одной видосике про Гринвилл, что какой-то мужик скрывает арбуз, а там выпадает какие-то предметы. Наверное, восток там Гринвилл. Тут колодец. Ничхендл. Наверное, ручка. Бензина. Только здесь она горбится, ребят. Окошко. О, здесь еще не был. Тут еще какие-то две полки. Так, еще один. Еще один. Это блок что? Наверное, вот это замка. Что это за будка? Он не зайти. О, он подошел. Шестеренки. Только тут шестеренок не хватает. Дверь закрыта. Только не закрыта. Можно открыть. Молоток больно не подышал. Ты тоже вроде что-то видел, но по меня только ничего не тесно. А тут что-то есть на этих полках? Нет. Очень жаль. Книга тут какая-то есть. Ну и нахрен. Какая-то комната, кстати, была, но это там на закрытии. Я вроде не до отверстия.
Это для меня гарпуна, может. Надо посмотреть внимательнее, может там отверстие есть какое-то. Так просто я не открою эту дверь. Если она запертая. Ну, проверим, что в этой двери не прячется. Тут вот я еще не проверял. Да, только куда отверстие? Молоточек. Это то, что мне нужно сейчас. Это. Сильно все хорошо. Попал в яблочко. Какой-то капкан. Крылья капкан. Убегом для замораживания. Доски. А, их нужно отломать. Я все больше и больше думаю об этом деле. А то буду бои проходить. Ни хрена не мясо нужно. Но пошел добывать еще доски. Я видел. Тесто шахтает кубики, в котором доски. Что, короче? Так, это мы отломаем. Нужен мастер-ключ. Где я вам добуду этот мастер-ключ? И плюс ты еще подлог ключ нужен. Нужно их сюда поставить. Плей. Да, угадал. Тут еще какие-то шкафчики. Клубники. Охрена. Ключ от машины. Это бы возьмем. Тут какая-то клетка. Инвалидная коляска. Я закрутил болты. Иди в жопу. Гренни, ты меня не обманешь. Попробуй, блин, пролезть не может. Дома. Так, это потом код где-то здесь. Да, вот ты тут будешь. Наверное, от машины. О, арбузик. Наверное, что-то есть в этом арбузе. Честно, что? Какой это предмет? Длинительно. И вам не осталось. Порежем, да? Отойдем, я вдруг все. Не, я уже не слышала. Тут еще какой-то ключик. Ну-ка, ну что это? Это... Ну хрена мне нужна эта чертовщина? Да залим. Что по этой грязи? Что по этой грязи? Вот какого хрена? Что ты расставишь? Еще шестеренки, в общем, мне это надоело. Тут еще ручка от колодца, да? Да, это она. Уже от колодца что-то полезное будет. Ну-ка, поищем. Наверное, сюда надо поставить. Я тыкал в прошлый раз. Нажимаем. Поднимаем колодца. Я вижу, о, там шестеренка. Продолжаем поднимать.
Нужно еще одна. Еще одна шестерка нужна. Уже тут где-то есть где-то. Да, остался под ключ, у Баста ключ. Уже там можно чего подать? Уже для паучка покормить? Да сколько он покормить? Я не знаю, что с тобой делать сейчас. Хрень, хердень, продай. А проходить так немножко. Ну что, вот везет. Берем мясо. Кстати, советую девлапа играть в игру. Еще есть гараж Грейдл Чаптер 2. Вторая глава Грейдл. Ее тоже потом пройду, скачаю и все. В общем так, мясо у меня. Тут все, как комната. И красный, и чуть-чуть. Не знаю, что мне не нужно. Вот этот толковый пульт, который я нашел только в доте. Дайте я код на него. Ну-ка. Перлок Кей. Отлично, подлог. У меня. У меня на две комнаты открывать. Я еще не дочка видел. Потом бы пройду на Изи, потом на Нормале, а потом вообще на Харде. Может еще один такой бутылок. Тут, конечно, еще одну комнату. Не знаю, где мы не будем искать. Тут ничего нету. А, гараж! Но мне не нужен гараж. Сейчас главный дверь будет. Разбей. Мне нужна шестеренка. Мне тогда в той комнате находится, я не знаю. Если не так, я перезапускаю жизнь и прохожу по дому. И мне на мясо не надо. Уже 23 минуты мой стрим идет. Я и так не прохожу эту шестеренку гребаную. Которую запряталась в хлебе в дожде. Где мне забыть блинки? Классный тут как-то. Тебе надо быть блинки. Во сколько блинки? Да вот это куда ты подойдешь? Да, поправляем. Они же пищевники. Вверху что-то есть, может. Тоже нет. Вы вообще не издеваете? Охереть. Охереть можно.